что с мощным звуком в такт дыша врывалась бы ввысь и наслаждалась порыв познавшей душа. Вот этот трепет и нежность, эти мощные порывы звука, порой демонические, захватывающие и даже ошеломляющие, сойдут к нам со страниц прекрасного произведения романтической музыки, которое откроет программу второго отделения концерта. Это будет сочинение великого французского композитора 19-го столетия Сезара Франка, который принадлежит определенному творческому направлению, названному обновлением, искусство обновления, творчество обновления. Именно Сезар Франк сумел соединить в своей музыке и романтическую возвышенность, и классическую строгость. А если учесть еще, что он был великолепным органистом, исполнителем и автором многих произведений для этого могучего инструмента, то нетрудно представить себе, что орган оказал огромное влияние на всю инструментальную музыку, на его необыкновенное мышление. Одним из самых популярных и наиболее часто исполняемых в концертах сочинений Сезара Франка является его соната для скрипки и фортепиано. Эта соната написана в тональности ля мажор, в ней четыре части. Для исполнения гениального произведения великого француза я приглашаю на сцену наших гостей, скрипача Владимира Шехмана и пианистку Пожарушенко.